Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева. Мы с вами, как обычно, встречаемся, дабы проанализировать все происходящее, разобраться в событиях, понять причинно-следственные связи, ну и найти ответ на главный вопрос. А что нам с этими знаниями, пониманиями делать дальше? И вот как раз наши гости – это люди, которые помогают нам находить ответы на эти сложные вопросы. Сергей Гайдай сегодня у нас в гостях на Политеке. Это политтехнолог и продюсер YouTube-канала Pro.ua. Кстати, ссылку на YouTube-канал мы оставим в описании к этому видео, вы сможете кликнуть и подписаться на YouTube-канал Pro.ua. Также Сергей является амбассадором украинского часового бренда Claynote. И стоит отметить, что 20% от прибыли этот бренд перечисляет в фонд «Повернись живым», и это часы именно для военных. Сергей их всегда носит на своей руке, вы можете это сейчас увидеть. Если кому интересно, вы можете поинтересоваться и быть уверенными в том, что если вы их приобретаете, то 20% от этой покупки вы фактически уже перечисляете в помощь туда, где она действительно нужна. Итак, Сергей, здравствуйте. Настя, спасибо, здравствуй. Это военные тактические часы. Военные, сразу могу сказать, могут их покупать по специальной цене, если вы свяжетесь с Claynote, а ссылочку Настя разместит тоже там же в описании. Выберите себе модель и докажете, что вы военный. Для этого, по-моему, военный билет достаточно. И если родные покупают для военного, то же самое, специальная цена. Все остальные действительно 20% уходят, таким образом донатят от цены на армию. Спасибо, Настя, за информацию. Спасибо вам за то, что мы имеем эту информацию, и за то, что вы это делаете. Давайте начнем разбираться в повестке, которая произошла. К сожалению, события нерадостные. В Одессе объявлен траур по погибшим. Опубликованы кадры, опубликованы видео. Это все ужасно. И тут стоит отметить такие определенные изменения в этих атаках. Значит, 29 апреля Россия атаковала Одессу. Был нанесен ракетный удар. Глава Одесской областной военной администрации Сергей Кипер сообщил, что удар был нанесен баллистической ракетой по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом. По состоянию на утро вторника в больницах остаются 17 пострадавших, в тяжелом состоянии 8 человек, четверо из них в крайне тяжелом, в том числе 4-летняя девочка. Также распространяются кадры, была убита собака, и там фотографии, как женщина, которая была хозяйкой этой собаки, рыдает над ней. Есть фото, где мэр Одессы господин Труханов на месте прилета этой ракеты. Это просто, мы покажем это все зрителям, естественно. Это вот такая огромная просто железная балда, которая впилась в землю. Ну и также сообщают о том, что пострадал замок Кивалова, как его называют, замок Гарри Поттера в Одессе, и сам Кивалов. В общей сложности пострадало 32 человека. Андрей Костин, который является генпрокурором, опубликовал видео и сделал заявление, там, где четко видно, что они били не просто ракетой, не просто куда-то, они уже туда били шрапнелью. И генеральный прокурор считает, что это было использовано именно для того, российские военные это используют, чтобы убить как можно больше цивильных людей. У меня и Харьков то же самое, потерпает это так, тоже количество погибших растет. Что они хотят? Что они хотят от Одессы и от Харькова? Вот зачем? Уже не оправдаешь и никому не расскажешь о том, что ты бил по военным объектам, по каким-то еще. Но ты бьешь место абсолютно туристическое, там прогулки и все остальное. Убиваешь мирных людей. Эти кадры разлетаются мгновенно по всему интернету. Ну вот чтобы что? Настя, ну мне ведь трудно ответить за российских оккупантов, за их искривленную, скажем, картинку мира и психику, возможно. Единственное, я уточню, шрапнель — это называется кассетный снаряд. Да. Это означает, что рядом с боевой частью, с взрывчаткой, находится большое количество мелких осколков, которые, разлетаясь, поражают огромное количество живой силы, как говорят на фронте. И поэтому, естественно, меня само место удивляет. Уже появился черный юмор в сети, ну, примерно такой, что когда ты получаешь
два ордена от одного и второго российского президента Кивалов за, знаете, за что? За содействие русской культуре и сохранение русского языка, то тебе забыли сказать, что тебе еще полагается дополнительно награда, ракета в квартиру. Угу. Потому что в этом замке у Кивалова, говорят, и была и квартира, в которой он проживал. Соответственно, поэтому он и был, поэтому он и получил, скорее всего, ну, какие-то ранения. Угу. Ну, там на кадрах, которые публиковали, он своими ногами, ну, если это действительно Кивалов, ну, дошел до каталки. Я думаю, что это разбитые окна и осколки, потому что понятно, что это попадание, волна разбила окна в этом замке и сгорела крыша. Вот. Чтобы что? Ну, мое единственное предположение следующее, почему Харьков и Одесса. У них до сих пор есть предположение, что русскоязычное население и русскоориентированное население и в Харькове, и в Одессе должно проявить свое недовольство и возмущение тем, что украинская власть их не защищает. Вызывая, вот, скажем так, любыми средствами прекратить войну, на которой гибнут мирные жители, и чтобы вина перешла на украинское руководство. И тут есть очень важный тонкий момент, который, скорее всего, в Кремле, ну, не понимают. Если просто ориентироваться на какую-то социологию, то я предполагаю, что процент, особенно сегодня, населения Украины, которые недовольны властью, он большой. И это правда. Украинских граждан есть масса вопросов, на которые власть не отвечает. Но вот тут есть тонкости. Они живут в той парадигме, которая существовала до полномасштабного вторжения. Огромное количество твоих коллег работало на телеканалах, которые так или иначе были явными рупорами российского мира. И я хорошо помню. Например, вот я тебе скажу так. Я из эфира за всю свою историю уходил два раза, понимая, что дальше я просто не хочу находиться в студии. Первый раз это было на 112-м. И это был эфир, который вела нынешняя, мне кажется, генпродюсер телеканала «Прямой». Она тогда работала на 112-м. Это было сразу после событий одесских, если ты помнишь, 2 мая. 2 мая, помню, конечно. А так случилось, что я активно общался с одесситами, которые подробно по минутам рассказывали, что там произошло. Кто спровоцировал все? Что это была ответная реакция? Почему это загорелось? Что загорелся склад внутри Дома профсоюзов? Ну, по-моему, это Дом профсоюзов у них. Ну, да, да, Дом профсоюзов, да, по-моему. Я в Одессе прожил 10 лет, поэтому я себе это очень хорошо представляю. Угу. Загорелись бутылки с горючей смесью, но даже не это главное. Так сложилось, что там вот эта личная клетка, на которой все происходило, это просто, вот, чтобы понимали, возникла дикая тяга. И материалы, из которых это все было построено, это старая советская постройка сталинских времен. Они тогда нет, ну, тогда не было никаких норм безопасности, они горели, токсично горели. Люди там не столько сгорели, хотя там, конечно, труба огненная возникла, сколько отравились. И что под конец эта драка, которая была на Клевом Коле, превратилась просто в спасение всех, кто оттуда прыгал, эвакуировался, и все спасали их. Вот. Но, естественно, российская пропаганда все это превратила в геноцид, что это подожгли бандеровцы, спалили там Хатынь, называли, и так далее. И вот когда я в студии 112 канала попал, и это обсуждалось, то госпожа Орлова мне стала рассказывать... Орловская. Орловская, да, вот я не помню. Орловская стала мне как ведущая, а студия там такая маленькая, стеклянная, и не знаю, была ли ты когда-то на 112-м, там у них была такая маленькая гостевая студия, откуда шла трансляция, стала рассказывать, что я ничего не понимаю, что это националисты, это бандеровцы, которые это все устроили, которым людская жизнь не важна, и вот они сотворили такое преступление. Я просто сказал так, ребята, я просто ухожу из студии. Но журналисты не могут себе позволить так работать с информацией. А второй раз я уходил со студии нашего, с Марка Назарова, да? Макса Назарова. Я был так удивлен, обнаружив там, ну, такой вариант Скобеевой. Значит, с 2014 года идет война,
Я хорошо, прекрасно понимаю, как это происходит, как это действует там, не будучи суперэкспертом. А тут человек мне рассказывает, что Россия в войне не виновата, что все это происходит из-за нашего правительства, что оно развязало войну. И было бы оно другим, посговорчивее, тот же Петр Алексеевич, давно бы войны уже не было. И я просто не имел аргументов. Я сказал, не, я не буду в студии. И вот смотри, вот почему я это рассказываю? Они до сих пор уверены, что в Украине большая часть населения, очевидно, в этих регионах, которая до сих пор так относится к украинской власти. Что, война, так Зеленский виноват. Зеленский, Порошенко, все вот эти вот, бандеровцы. Киевский режим, киевский националистический фашистский режим, еврей Зеленский. Мы действительно недовольны своей властью. Но только причина другая. Ну да. Мы недовольны своей властью, что они до сих пор не ведут войну по-настоящему. Что общество давно готово быть мобилизованным. Я сейчас не имею в виду принудительную мобилизацию, которую сейчас Зеленский. Мы тоже этим недовольны, потому что таким способом вы войну не выиграете. Войну можно выиграть только сплотив вокруг себя общество, показав пример собственной мобилизации. Показав, что вы готовы перейти в режим «все для фронта, для победы», а не продолжая свою мирную коррупционную жизнь, где госаппарат и все причастные госуправлению под бронью отлавливать будут простых мужиков на улице. Мы этим недовольны. А они думают наоборот. Сейчас мы превратим жизнь этих городов в ад, и люди выйдут на протест и заставят Зеленского сесть за стол даже не переговоров мирных, а подписывать капитуляцию. Я думаю, это единственный логичный какой-то, скажем, алгоритм объяснения, почему они уничтожают жилые застройки и жилую инфраструктуру, в том числе энергетическую инфраструктуру, да. И не жалеют обычных, скажем так, защитников русского мира и получателей орденов типа ректора юридической академии Кивалова. Да, типа ректора Кивалова, и действительно, я тоже видела очень много реакций на это в сети. Если говорить о мобилизации, тут тоже масса вопросов. Прошлая неделя ознаменовалась тем, что все обсуждали вот это приостановление консульских услуг. Эта неделя уже как бы новые у нас темы для разговоров есть. Во-первых, Билд выходит с публикацией о том, что Украине не хватает солдат для того, чтобы остановить Путина. Откуда-то они берут данные и утверждают, что сегодня в стране воюет только 15% военнообязанных. Откуда такие данные у Билд? Для меня непонятно, как и непонятно, почему они берут на себя. Это вроде бы издание, довольно-таки серьезное, хотя они часто публикуют всякую такую информацию противоречивую, но тем не менее они берут на себя такую ответственность называть конкретные цифры, конкретную какую-то статистику. У меня вопрос: почему сейчас? Почему немецкое издание Bild? Откуда эти данные? К чему это должно спонукать, есть такое украинское слово, читателя, который это читает? На какую аудиторию это рассчитано? Настя, мне кажется, вы задаете не те вопросы. А какие? Какие вопросы надо задать? Вот абсолютно меня не волнует, что пишет немецкое издание. Более того, вы обратите внимание, западные СМИ, очень разные направленности, давно всякое подобное пишут. Вот если пролистаете мой Facebook, там буквально несколько постов назад я публиковал две фотографии со своего компьютера, на котором, по-моему, Вашингтон-Пост, заголовок такой: «Украина в шаге от проигрыша», а второй пост какой-то политику, не знаю, о том, Россия вот-вот истощится и проиграет. Это Financial Times, если я не ошибаюсь, писали. Да. Если из недавних, то это Financial Times. Да, писали. Да. Поэтому смотрите, журналистика западная, она независимо почему сейчас, она все время что-то подобное пишет.
И мнения порою максимально противоположные. Дело в том, что единственный способ создать объективную реальность, а это базовая задача журналистики, это опубликовать разные мнения и и противоположные мнения. И вообще в западной политической культуре самым главным форматом, который вот мы не освоили никак, является дебаты. Угу. Два человека с противоположными мнениями и по определенным правилам игры предоставляют свою точку зрения. Зачем? Это уважение к зрителю, знаете? Зритель сам должен принять решение, кто из них более убедителен и более скажем, близок к истине. Это нормально. А какие меня волнуют вопросы? Что у нашей власти, у нашего военно-политического руководства, скорее всего, нет ответов на вопросы. А вопросы такие. Первое. Какое количество сегодня военнослужащих находится в силах обороны? Я пытался узнать самостоятельно. Мне называют цифру примерно 1 400 000 военнослужащих. Ответ на второй важный вопрос. Сколько в данный момент при таком количестве военнослужащих находится на передовой, на нуле? Кто конкретно сейчас ведет боевые действия? Вот больше, чем 200 тысяч я не слушал. Вопрос простой. Почему такое неравное соотношение? Да, я знаю, что в старой советской школе для того, чтобы один солдат воевал, трое-четверо должны его обеспечивать в тылу. Но, во-первых, здесь даже такого соотношения нет. Во-вторых, я предполагаю, а мне говорят об этом непосредственно военнослужащие, знающие хорошо систему, в основном это средний офицерский состав, потому что этот состав видит и то, что происходит на передовой, и они видят, что происходит в штабах, что количество военной бюрократии предпенсионного возраста советской школы, которые привыкли воевать не стратегиями, не технологиями, не вооружением, а людьми, как расходным материалом, зашкальное в нашей армии. При этом они получают очень приличные деньги, 150 тысяч, 200 тысяч гривен, тогда, когда в мирные времена в свое время они получали 20 тысяч. При этом они не на передовой, это так называемая штабная бюрократия. Угу. Это те люди, которые оправдывают существование 24 журналами учета, находящимся в любой части, которые должны командиры заполнять. При этом 24-й — это журнал учета журналов. Это повышает нашу боеспособность. Поэтому эти люди мечтают, чтобы война никогда не закончилась. Они в безопасности и хорошо зарабатывают. Поэтому, смотрите, нашему военно-политическому руководству надо ответить на пару вопросов. Первое. Сколько нам действительно необходимо настоящих, эффективных военнослужащих в ЗСУ? И не нужно ли оттуда вычистить этот балласт? Ну, вот по-честному. Угу. У нас мужчин отлавливают, а я бы начинал с того, что из армии надо убрать всех, кто ей мешает. Всю эту бюрократию, сократив все процедуры до минимума. И я знаю такие подразделения в армии, которые могут быть примером. Есть принципиально другие подразделения, в которых всей этой бюрократии просто с момента образования нет. Это в основном подразделения, которые возникли не на базе старой советской военной школы, всех этих полковников, майоров и подполковников, которые учились в советских военных училищах и дальше в академиях, а те, кто пришли на фронт примерно в 2014 году. Ну вот там типичный пример, наверное, одна из самых медийных. Третья штурмовая, да. Создавалась на базе Азова. Это все добровольцы. Первый боевой опыт получали в Мариуполе еще в 2014 году, его освобождая. И поэтому там нету вот этой старой советской школы. Они-то и мобилизации не ведут, вместо нее рекрутинг. Рекрутинг, да. Рекламы у них очень такие, да, плотные, скажем так. Зовут людей плюс. Я немножко знаю, я поставлял в третью штурмовую мобильную сброярню для своего одноклассника, который там. Там принципиально другое отношение. Там действительно, как в израильской армии, если пришедший после училища офицер не проходит испытания подразделения, им недовольны, его тихо просят перевестись в другое подразделение. Его должны принять те, кто имеет боевой опыт, и чьими жизнями он должен распоряжаться в итоге. Поэтому там местных штурмов нету. Поэтому это не единственное подразделение такое. Но вся армия у нас, к сожалению, другая. Поэтому для начала нужен кадровый рекрутинг,
реальное понимание. Я, например, за то, чтобы наконец возникла доктрина 1 к 10. Понимаете, что это такое 1 к 10? Чтобы на передовой у нас был один пехотинец, но при этом он был так защищен фортификационными сооружениями, так был оснащен, обучен и обеспечен РЭБами, достаточно большой разведкой, были бы глаза, артиллерии, всем контрбатарейной борьбой, чтобы соотношение было такое, чтобы один наш пехотинец уничтожал минимум 10. Угу. Возможно ли это? Конечно. Я видел у Юрия Бутусова прекрасное интервью о том, как конкретный парень, военнослужащий, который является, если я не ошибаюсь, оператором FPV-дрона, уже на своем подтвержденном счету имеет 400 врагов. То есть один наш боец уничтожил батальон. Угу. Вот смотрите, при таких соотношениях и при таких технологиях никакая Россия не будет иметь такое количество мобилизованных, чтобы нас победить. Если на одного нашего бойца им придется посылать не меньше 10 своих. Да, но это если мы говорим о правильных подходах, которых, к сожалению, вот сейчас смотрите, мы не наблюдаем. Первое, где, как же провести... Давайте представим. Давайте примем, к сожалению, очень плохие факты, что те 700 тысяч добровольцев, граждан, которые пошли на защиту своей страны в первый год, наше военно-политическое руководство бездарно потеряло. И потеряло при этом мотивацию для всех остальных. Вопрос, как выйти из положения? То, как они предлагают, не получится. Ну, просто не получится. Вернуть из-за границы мужчин не получится, потому что по международным правилам, если ты находишься за границей, и твое государство тебе отказывает в консульских услугах, ты автоматически получаешь статус политического беженца. Это означает, твое государство тебя преследует. И ты имеешь право попросить политическое убежище, соответственно, отказавшись от паспорта. Вот к чему приведет действие нашей власти. Второе. Если ты отлавливаешь здесь мужчину, который не хочет, боится за свою жизнь, мотивация, он воевать все равно не будет. Как сказал один мой знакомый офицер, пусть депутат, который подписывал подобный закон, возглавит батальон из таких отловленных и поведет их в бой. Половину сбежит еще до фронта. Совершенно половину верно. Половину сдастся в плен, а наиболее злые, оставшиеся с оружием в руках, его просто пристрелят, чтобы он не рисковал жизнью. Вот это вопрос, который я задавала многим экспертам. Что будет, если человека, который не хочет воевать, затащить насильно и дать ему в руки автомат? Так это не работает. Теперь вопрос, как же это работает? Ну а почему, скажите мне, пожалуйста, сегодня Россия явно начинает нас превышать в части своей военной силы? Ну потому что они попробовали насильственную мобилизацию. Серьезно, эта ситуация у них не изменила. Родила большое количество тысяч беженцев. Помните эти картинки на их переходах? Да, там, как они в Грузию там все рванулись. И они поняли, что дальше так они не будут общество потрясать, независимо от того, что будем честными. Российское общество массово поддерживает Путина. Да. Последние выборы это показали. Нет, конечно, они их сфальсифицировали. Но аналитики, которые анализировали результаты выборов, сказали следующее. Да, безусловно, основным фактором было недопущение альтернативы Путина. Но будем честными, наши социологи тоже говорят, что если появится альтернатива Зеленскому, он выборы не выигрывает. И пока такой альтернативой видели Залужного. Отсюда его отставка и отправление в ссылку дипломатам. Но у Путина не допустили, но те, кто пришли, массово голосовали за Путина, а процент фальсификации составлял не более 20%. Ну, было бы не 80%, а 60% за Путина. Это означает, что общество там поддерживает правящий режим. Да. И поэтому они эту поддержку не хотят терять. Поэтому они пришли давно к рекрутингу. Если говорить по пунктам, что такое рекрутинг, то он состоит из многих составляющих, которые наша власть в силу своего нежелания, в силу своей некомпетентности не может себе обеспечить. Пункт номер один. Нам не нужно сегодня столько госаппарата, сколько мы имеем. У нас сократилось население, а госаппарат и даже до войны был раздут по мировым меркам в несколько раз. Это означает, что госаппарат надо сокращать. В министерстве не может работать 10 тысяч человек, там хватит 200. Это означает, что огромное количество мужчин призывного возраста, а многие из них служат в силовых органах власти, это значит давали присягу,
Это значит, имеют оружие и соответствующую подготовку. Должны быть мобилизованы. Во-первых, это даст сразу. Где-то у нас в системе госуправления не менее, депутаты тоже относятся, судьи, прокуроры, там все они сейчас не нужны в таком количестве, я даже скажу страшную вещь, и полиция в таком количестве не нужна. На самом деле, если передать местному самоуправлению право организовать из людей, которые либо прошли фронт, либо не могут конкретно быть на фронте, организовывать местные органы правопорядка, пусть называется территориальная оборона, да? Они поддержат порядок в городах. А молодые парни из полиции должны пойти в батальоны Нацгвардии, которых не хватает, и обеспечить ротацию тем бойцам, которые сегодня уже многие по два года не вылазят с передовой и требуют восстановления, реабилитации и отдыха. Так вот, смотрите, первое, что это тотальное сокращение госаппарата, а я бы это еще использовал как люстрацию. Ты работаешь в госаппарате, заработал на маетке, даче, капитала и прочее, иди это защищать. Более того, год отвоевал, ты имеешь право дальше работать. Не отвоевал, не имеешь права работать. Угу. То есть в госаппарате со временем должны остаться только те, кто отслужил не менее года на передовой. И так мы получим... Эта инициатива обсуждается сейчас, кстати. Новая элита. Да, мы петицию сделали нашей группой. Она набрала 25 тысяч за одни сутки, а на вторые сутки, когда уже было 29 тысяч, ее закрыли. Хотя можно было еще 80 дней собирать, и поверьте, там было бы не меньше миллиона подписей. Так вот, смотрите, первое, обеспечьте справедливость. Когда я, простой гражданин, вижу, что власть пошла на фронт в первую очередь, и она мобилизована, а не на армию она выделила 1 триллион гривен, а на мирную жизнь выделила 2 триллиона гривен, это означает, чтобы они осваивали это, и сократили все пункты содержания, это первое. Второе, начните рекрутировать людей с помощью финансовых инструментов. Как в России, большой подъемный капитал сразу. Ты пошел в армию, тебе сразу кладут 1 000 000 гривен на счет. Но у нас нет таких ресурсов и таких денег. Россия по-прежнему продает газ и нефть. Это заблуждение. Еще раз я вам говорю. У нас, если вы посмотрите бюджет, у нас на мирную жизнь тратят в два раза больше, чем на армию. Да, но бюджет все равно дефицитный. Перестаньте воровать, сократите все содержание госаппарата, перестаньте закупать новые автозаки вместо вооружения. И вы получите, более того, еще раз говорю, если идти концепция 1 к 10, нам не нужно 1 000 000 расходного материала в виде непонятных новобранцев, которые с автоматом в руках посылают местные штурмы. Нам нужен боец, который минимум способен уничтожить 10 врагов. Хорошо подготовленный, обучен и со всей экипировкой. Второе. Подготавливайте их. Делайте то, что делает третья штурмовая, когда они говорят, во-первых, мы тебя примем по специальности. Если ты физически способен быть штурмовиком, пойдешь штурмовика и не боишься психологически. Если нет, будешь работать водителем, будешь работать ремонтником, будешь чинить сброю. Вот такая мобилизация. И еще. Наш командир – твой отец. Он сделает все, чтобы сберечь свою жизнь. Третье. Государство должно обеспечить и показать физически, сколько оно делает для безопасности бойца на передовой. Строит бетонные бункеры, оснащает их специальными средствами наблюдения, РЭБами. На фронте достаточно не волонтерских, а государственных дронов FPV, которые не допускают врага и близко к передовой. Турелей, которые, знаете, пулеметные турели, управляемые дистанционно. Вот. Если ее разобьет враг дроном, это не потеря бойца. Человека, да. Человека, за которого надо платить 15 миллионов, да. И это просто финансово невыгодно. Третье. Мобилизуйте человека не только на фронт. Он может... Смотрите, мы своим каналом продолжаем собирать на дроны. Люди донатят. Это означает, что они тоже мобилизованы. Они отдают свои деньги. Но люди могут отдавать не деньги, а один день своей работы. Женщины в госпиталях, мужчины могут ремонтировать технику, выполнять, дежурить на блокпостах внутри, потому что мы знаем, что творится иногда, да. Как есть проблема с теми, кто расстреливает полицейских и так далее. Сначала, поэтому мобилизовать надо сначала власть, потом экономику, которой не дают завалить госзаказами, и я четко буду знать,
что либо я плачу налоги, и они уходят в военный бюджет, либо я в каком-то предприятии делаю дроны, изготавливаю снаряды, пишу программы специальные, которые нужны, и я тоже мобилизованный, я работаю на фронт на победу, и общество мобилизуется, сказав, мы тоже, если не в окопе, где мы не можем, не умеем, то как-то приносим, скажите мне, что надо делать, чтобы помочь армии, либо зарабатывать деньги, донатить. Что делает сейчас наша власть? Она разделила общество на ухилянтов и на тех, кто воюет, да. Сама на фронт не идет, а тех, которые ухилянты, надо, чтобы они бежали из страны, отказывались от гражданства, ненавидели власть. И вообще это очень немудрое историческое поведение. Я напоминаю вам, если ты делаешь все, чтобы тебя население ненавидело, а вручаешь этому населению оружие, то в итоге ты спровоцируешь только одно — внутренний бунт, который мало не покажется. А это конец нашему государству. Да, я часто привожу пример о том, что Первая мировая война, три крупные империи, если не четыре, да, российская, австро-венгерская, германская, ну, османская, потерпев поражение в этой войне, вооружила огромное количество недовольных, которые на самом деле сначала на фронт шли под ура патриотические крики, в итоге привело к их разрушениям, к революциям, к свержению монархий и к гражданской войне. Нам это не надо. Но власть почему-то делает все. Она ставит этот социальный котел на газ, повышает давление, ломает клапан, ему говорят, взорвется, они говорят, да нифига, мы варим борщ. Да. Это абсолютно глупое, дурацкое, неэффективное поведение. Войну так не выиграть, но проблем создать можно. Еще раз говорю, перейти к рекрутингу и начать по пунктам. На самом деле нашу петицию закрыли, Анастасия, но мы сейчас с группой товарищей думаем, как создать не петицию, а провести первый украинский народный референдум, где текст референдума мы сейчас составляем. Это 3-4 пункта, что должна сделать власть, чтобы мобилизировать. Кстати, мы за мобилизацию, но мы без нее не победим. Мы за настоящую мобилизацию, за эффективную мобилизацию. Будет 4-5 пунктов. И это будет независимая платформа, потому что мы думали сначала воспользоваться официальным интернет-представительством президента, где петиция, но они закрывают. Они после 25 тысяч закрывают петицию. Ну, она же дальше уходит на рассмотрение, я так понимаю. Ну, и ответ может быть формальным. 25 тысяч ухилянтов захотели, чтобы призвали власть, а не их. Да, вот ответ может быть такой. Поэтому может. Мы хотим, чтобы собрать миллионы подписей, чтобы власть, вернее, сеть власти... Вы не слышите свой народ, вот чего он хочет. Он не хочет сбегать, а вы его заставляете. Но он хочет, чтобы мобилизация была справедливая, эффективная и действительно привела к нашей победе. Значит, вы должны сделать все, чтобы один мобилизованный солдат имел достойную страховку, достойное денежное обеспечение, достойное обеспечение материальное, имеется в виду снарядами, вооружением, да. Подготовлен, защищен, чтобы он был способен один уничтожить 10 врагов минимум. И тогда 100 тысяч наших бойцов на фронте — это миллион уничтоженных врагов. Так войну с нами не выиграют. Но они так не мыслят. У них до сих пор в голове советские нормы, что воевать нужно не технологиями и стратегиями, а живой массой людей, которых можно бросать как в топку войны, лишь бы они защищали их коррупционные схемы, их маятки и прочего. И вот вам ответ на первый вопрос. Видя это людское недовольство, которое рождено не войной и не российской пропагандой, оно рождено действием нашей власти. Они пытаются превратить нашу жизнь в ад с помощью ракет и расстрела мирного населения, думая, что мы выйдем бунтовать. Но причина тут не в их глупых действиях, я считаю, преступных действиях, а в том, что наша власть до сих пор этого не понимает. Еще один вопрос, напоследок не могу вас не спросить, потому что это скандал, который набирает оборотов в сети, видео распространяется очень активно, ну и поэтому это еще одна тема для дискуссии. Значит, чемпионка Украины по гребле Алсу Олейникова публично оскорбила жителей Днепра. Она
записала видео, выложила его у себя на странице, естественно. Она говорит, что жителям Днепра вы конченые, вам от России еще так прилетит, говорит, будете тут носом рыть, я скоро полечу в Дубай, буду там пить кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать, а вы будете продолжать сидеть в войне и прятаться в подвалах. Также СМИ уже заинтересовались, естественно, этой девушкой и раскопали информацию о том, что мать этой девушки – это Дина Мифтахутдинова, она депутат Днепропетровской облрады от партии «Слуга народа», и она также президент Федерации академической гребли Днепропетровской области. И тут возникает вопрос. Мама еще никак не прокомментировала. Часто говорят о том, что дети не ответственны за своих родителей, и я с этим соглашаюсь. Но ответственны ли родители за своих детей, особенно в таких коннотациях? После 18 лет нет, не ответственны. Но как тогда нам расценивать вот подобные заявления спортсменки, которая поднимала, во-первых, которая находится в Днепре, она это видео записывала в Днепре, то есть я подразумеваю, что она видит это все на свои глаза. Смотрите, я эту историю слышу от вас. Честно говоря, мне настолько неинтересно порою, скажем, занимать свое сознание действиями не очень умных, злых, глупых людей, участвовать в каких-то срачах, которые того не стоят. Вот поверьте, у меня в голове другой приоритет проблем. Вот проблема номер один. Но эти люди выходят на международные арены, представляя нашу страну, общаются в международных комьюнити, представляя нашу страну. Значит, сообщество спортсменов украинских должно подумать, стоит ли, чтобы такие люди представляли нашу страну, если она действительно неадекватна в своих оценках. Да и все. Но для меня это проблема номер 120. Первая проблема для меня – мобилизация. Первая проблема – ситуация на фронте. Первая проблема – агрессия врага. Это да. Вот здесь надо решать, здесь надо что-то делать. Проблема номер один – это абсолютно антинародные действия нашего правящего класса. А вот спортсменка, которая говорит гадости и глупости где-то в сети, вот пусть не разбирается ее окружение, ее родители и, возможно, спортивное сообщество, которое решает, что такая спортсменка не может представлять нашу страну на международном уровне. Но я об этом, поверьте, точно в этом экспертом не буду. Напоследок Макрон хочет убедить Си Цзиньпиня как-то повлиять на Путина для окончания войны, об этом сообщает Bloomberg. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет более тесные личные связи с лидером Китая Си Цзиньпином. Во время двухдневного визита в Францию он будет развивать эти отношения. И Макрон хочет призвать китайского лидера убедить российского диктатора Путина прекратить войну России в Украине. А как можно убедить Си Цзиньпиня повлиять на Путина прекратить эту войну? То есть что Макрон может предложить Китаю в этих убеждениях? Вот смотрите, Настя, это огромный отдельный разговор о сути политики. И, к сожалению, западные страны, вот есть такой принцип, он неприятный и неизбежный. Только человек, прошедший войну, видящий ужасы войны, понимающий, что она несет, и как там и что работает, он адекватно воспринимает и ведет себя в политике во время военного действия. Часто приводит пример, когда Америка была наиболее сильной. Она наиболее сильная была после Второй мировой войны. Потому что практически до Буша-старшего, а он на моей памяти президент, я помню президента Буша-старшего, вот, должность президента и высшего менеджера страны занимали люди, которые были ветеранами Второй мировой войны. Настоящий участник войны знает один принцип – никогда более. И знает второй принцип – с агрессором нельзя договориться. Агрессора уничтожают. И агрессор означает только, как и террорист, он воспринимает только силу. Это хорошо знают в Израиле, потому что им пришлось выживать в условиях постоянной перманентной войны и в окружении врагов. Поэтому, как там не уговаривали, Израиль старался наносить удар первым. Удар такой, который максимально наносит вред агрессора, и только так агрессор понимает, что нельзя иметь дело. К сожалению, политики, выросшие без войны,
в мирные времена, они болеют пацифизмом. Они считают, что всегда можно договориться, найти точки соприкосновения, действовать силой убеждения. Это все херня на самом деле. Чего не понимает Макрон и очень многие другие так называемые политики комфортных времен, это то, что в мире вновь образовалась ось зла. Что такое ось зла? Это не самые технически развитые страны, хотя если говорить о Китае, это, наверное, не так. Это страны, которые готовы воевать, воспринимают вашу договороспособность и желание жить в мире слабостью. Это страны, готовые тратить свое население как расходный материал. И мы их все назовем. Китай. И желающие решать вопросы силой. Китай, Россия, Северная Корея, Иран. Это только наиболее известные, которые уже сотрудничают между собой, друг другу помогают. Но есть и другие. Есть даже среди так называемого цивилизованного сообщества страны в Евросоюзе и в НАТО, такие как Турция, такие как Венгрия, а еще огромное количество других режимов, которые мы пока не видим, не замечаем, потому что они где-то от нас далеко. Так вот, если цивилизованный мир не поймет, что делать ошибку, которая привела ко Второй мировой войне, договоренности с Гитлером, сотрудничество и попытка его умиротворить приведут к огромным жертвам, с Китаем надо вести себя, как ни странно, жестко. И Китай это будет воспринимать. Да, не военные действия, пока, к которым он готовится, но экономическая блокада, от которой зависит Китай. Я не говорю уже про Россию. А, например, наносящий прямые ракетные удары по Израилю Иран должен был получить от всего мира ответный удар, который бы полностью снес его с лица земли, имеется в виду его власть и так далее. Но это, к сожалению, пацифисты не понимают. Они болеют вот этими. Я во все эти... Вот хоть одна мирная инициатива сработала, скажите мне, за время, пока мы находимся третий год в войне. Все эти Путин-Ферштейеры, все способные договориться, что-то поменяли. Из-за этого Россия, потеряв одну армию у нас, создала вторую. Да. 10 раз боеспособную. Наладила военное производство. Мобилизовалась как страна, при этом не закрывая границ. При этом демонстративно проводя выборы, в отличие от Украины, показывая всему миру, а у нас тут демократические институты до сих пор живут. И сегодня они представляют действительно реальную угрозу и все с большим кайфом продолжают воевать, все с большим кайфом планируют захват Украины и видят свою победу впереди. Вот это все, потому что мир, кроме Украины, которая вынуждена воевать, понимая, что нас дальше только уничтожат, пытался усадить Путина за стол переговоров и найти с ним общий язык. Это все ошибка. Китай такой же по своей природе. Да, к сожалению. И действительно важно, чтобы все поняли, где мы сейчас и куда мы движемся. Спасибо вам большое за разговор. Сергей Гайдай, политтехнолог, был сегодня у нас в гостях на Политеке. Также Сергей – это продюсер YouTube-канала Pro.ua. Мы оставляем ссылку в описании к этому видео. Вы можете кликнуть на ссылку и подписаться на канал. И Сергей является амбассадором украинского часового бренда Клейнот. Мы также оставим ссылку. Это часы для военных и 20% от прибыли. Вот вы их сейчас увидели на своих экранах, этот бренд перечисляет фонд «Повернись живым». Поэтому, если вас заинтересует, вы также сможете ознакомиться и будете уверены, что 20% вы уже по факту перевели в фонд «Повернись живым». Друзья, вам спасибо большое за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите, поддерживаете нас уже больше миллиона. Это ваша заслуга, поэтому не останавливайтесь. Мы обязательно увидимся в наших следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева. Вы себя, пожалуйста, берегите.